Есть типа утверждение. Я такой кричал, я нигер, я нигер. А ты такой, I'm really нигер. Да я не пойму, откуда он меня убил. Максон, Максон. Максимка. Блядь. Я, блядь, это, в МДК зашел, мемчики почитал. Почитал? Ага. Ну и как? Мамки показал, охуело просто, блядь. Еще завтра поиграем. Так, иди в сраку, тетя мать. Ты бал. А что мне теперь делать? Чисто с одной пульки выносит, ты видел? Да потому что он с этим бегает, дебил. Чем? Он с ракетницей бегает, идиот! Сейчас там этот спидер ебанет ракетницей, я уверен. Look at this dude. Wait till you see the... Денис, ты пи... Дениска, блять, охуела, блять, совсем. Ты сучка, блять. О, нихуя я подлетел, блять. Нихуя себе, блять. Сказал я себе. Так, давайте разговаривайте, надолели. Надолели мне. Тетя Мотя, что вы делаете? Вашу штварь. Сиди там, я сейчас на тебе этот возражусь. Дебил. Да ты дебил, ты нахрена меня-то убил? Пизда тебе сейчас в голову прилетит. А, то есть ты туда идешь. Ну, спасибо. Давайте слейтесь, короче, все полностью, пожалуйста. Пизду тебя, блядь. Ну это ёбаный пизде, крысим, крысим, блядь. Почувствуй себя рататуем. Охуен. Yeah. Сейчас будет MLG Deagle, шо ты? Сейчас все полетят, какая шо ты. Нахуй, блядь, фамилия. Дмитур, дебил, шкнычный. Блядь, ты шо делаешь? Шо вин творит, а? А, блядь, привет, сука. Йоу, я Павел. Всем и так понятно то, что сейчас любой нормальный и адекватный ютубер начал бы извиняться перед зрителями. А, но я же неадекват, неформал и моралфак. Нет, я аморалфак, да. И я не буду перед вами извиняться, ведь это удел лядей. Хотя не знаю насчет последнего. А, да кого это волнует? Спросите, чем я занимался? И я занимался мьюзикмейкингом. Или же пытался сделать AMV. Это данный, так сказать, пробник AMV. Вы можете посмотреть у меня на страничке ВКонтакте, ссылочка в описании, как всегда, под любым роликом. И еще что хочу сказать. Музычка, которая сейчас играет на фоне, является моей. Как бы я ее типа сделал, ну, типа да, типа нет. Кого это волнует? Сейчас у вас появится такая графа голосования. А в этом голосовании вы выберете пункт, который вам более приятен. Либо вы вовсе не голосуете, потому что... А зачем? Делать ли мне подобный монтаж или не делать? Либо делать подобный монтаж короткий, либо делать подобный монтаж... длинный, либо вовсе не делать подобный монтаж и вернуться к старому стилю. Да, мое глагольство сейчас будет завершено, ибо я прощаюсь. Я Павлик, и это мой канал Мегуста. Логично. А читать, я думаю, многие умеют. Наверное, многие. Ну, больше половины точно. А всем бай-бай.